Дорогие друзья, здравствуйте. Я Сергей Сидоренко. Приглашаю вас вновь в киноклуб Большой Москвы. Тот, кто у нас уже бывал, наверное, привык к тому, что перед началом просмотра основного фильма мы предлагаем небольшое видеовступление, маленькую лекцию, рассказывающую об актерах, которые в фильме снимались, режиссерах, направлении фильма и так далее. Нам показалось, что время от времени вот эти вступительные видеоролики можно посвятить проблемам более глобального характера. Например, ко мне часто подходят и спрашивают, а что это за фильм? И когда я говорю, это артхаус, один человек говорит, а где можно увидеть? А другой говорит, спасибо, что предупредили. Вот это чистый артхаус. Кадры из знаменитого фильма знаменитого британца Годфри Реджо «Кайя-Нискаци», что на языке индейцев «хоппи» означает «жизнь в новых условиях» или «изменение границ». Как вы видите, это фильм, в котором не надо ждать появления любимых актеров или приключений со стрельбой и погонями. Здесь нужно погрузиться вот в эту среду, в игру невероятно красивых образов и почувствовать себя частью этой прекрасной жизни нашей планеты. А сейчас совсем другой пример. Thank you.
Клер снял этот фильм за 60 лет до того, как появились творения Реджио. Клер и его соратники задумали создать направление чистого кино. Кино не связано ни с литературой, ни с живописью, ни с музыкой, ни с каким-либо другим искусством. Это чистая игра кинематографическими образами, но не абстрактными, как у Реджио, а из жизни. Люди, пейзажи, предметы, все вроде бы узнаваемо, но все это складывается в совершенно необыкновенную и причудливую новую реальность, чистое кино. Следующий шаг в этом направлении сделали Луис Бунюэль и Сальвадор Дали. Фильм назывался «Андалузский пес». В 1929 году Луис Бунюэль и Сальвадор Дали сняли фильм под названием «Андалузский пес». Это была попытка перенести на экран логику живописи Сальвадора Дали. Дали в одном интервью заявил: «Мы не хотели бы, чтобы в этом фильме нечто что-то обозначало». Лукавил, конечно. В этом фильме очень много причудливых образов, которые каждый зритель читает по-своему. Один отсылает к другому, один зритель воспринимает эту картину так, а другой по-другому. В артхаусе появляются принципиально новые черты. Кино вовлекает в творцы зрителя. Thank you.
фигура Сергея Параджанова и сегодня выделяется на фоне многочисленных апологетов нынешнего киноартхауса. Вы посмотрели фрагмент из его фильма «Цвет граната» о жившем 200 лет тому назад армянском поэте и философе Саят Нове. Параджанов снимает фильм о нем языком его стихов и философских трактатов. Фильм состоит из нескольких новелл, и в разных новеллах Саят Нову играют разные актеры. Это как бы взгляд на главного героя с разных сторон. Мне кажется, все фильмы Параджанова, которых, к сожалению, не так уж много, представляют взгляд на этого кинематографиста именно так, с разных сторон. А теперь совсем другой и гораздо более свежий пример. Театральный режиссер Иван Воропаев экранизировал свою пьесу под названием «Кислород». Вы слышали, что сказано в Библии «не убивай»? Кто же убьет, подлежит суду. А я знал одного человека, у которого был очень плохой слух. Он не слышал, когда говорили «не убей». Быть может, потому что он был в плеере. Он не слышал «не убей». Он взял лопату, пошел в огород и убил. Потом вернулся в дом, включил музыку погромче и стал танцевать. А музыка была такая смешная, что и танцы его сделались смешными в такт музыки. И плечи его сделались смешными, и ноги, и волосы на голове, и глаза. И танцы стали увлекать его, увлекать и увлекли в какую-то новую страну. В этой стране было только движение, только танцы и танцы. И танцы увлекали его, увлекали и уже так сильно его увлекли, что он решил навсегда остаться в этой стране. И он решил, что больше ни одной минуты не будет жить не танцуя, а будет только танцевать и танцевать. А в каждом человеке есть два танцора, правая и левая. Один танцор правая, другой левая. Два легких танцора, два легких, правая, легкая и левая. В каждом человеке есть два танцора, его правая и левая легкая. Легкие танцуют, человек получает кислород. Если взять лопату, ударить человека по груди в районе легких, танцы прекратятся. Легкие не танцуют, кислород прекращает поступать. Фильм Ивана Воропаева «Кислород» – очередная попытка экранизации 10 заповедей Господних. Но Воропаев не как достойный представитель артхауса хочет отдалиться от зрителя, а наоборот хочет приблизить свою картину к тому, кто ее смотрит. Он делает фильм в эстетике, очень близкой эстетике видеоклипа. В то же время включает в нее чисто театральные фрагменты, когда контакт актера и зрителя близок по своей основе. Наверное, главное произведение артхауса последних лет – своеобразное завещание. Это работа Алексея Германа-старшего «Трудно быть Богом». У тебя даже птицы здесь пьяные. Монет! Кусали! Убью, убью, точно убью. Ну вот. Бей. Бей его. Где на он? Бей. Еще раз свалишь это пойло. Почему доска? Потому что осень. Да, 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 да. Опять осень. Белая, белая. Фу. Нестерпимо. Ну, надо же. Этот мой балбес синтезировал спирт.
Алексей Герман-старший снимал фильм «Трудно быть Богом» больше 10 лет. Он вложил в него все то, что познал за свою длинную кинематографическую жизнь. Поэтому, если вы слышите, что фильм смотреть тяжело, что он длится слишком долго, 3,5 часа, не верьте. Просто придите, сядьте в зал и широко откройте глаза и, главное, душу. И вы поймете, почему трудно быть Богом. Итак, все же, что такое артхаус, если сказать коротко? Ну, это, знаете, похоже на мир моды. Есть некая от-кутюр. Это те платья и костюмы, которые ходят по подиуму и которые вы никогда не оденете в жизни. А есть прет-а-порте, то, зачем вы ходите в магазин и одеваете на себя каждый день. Но если от-кутюр не задаст вам некой тенденции изменения прет-а-порте, вы будете все время носить одно и то же. Я бы сформулировал так. Артхаус – это то, что в первые моменты не совсем понятно широкой аудитории, но то, что двигает кинематограф вперед.